Приветики, мальчики, разработчики игры Маус, в русском переводе это значит мышь, выпустили официальный геймплейный трейлер своей новой игры. Игрокам обещают нуарный шутер в стиле Диснея 30-х годов. Ну, видимо, это что-то типа Капхейда. Давайте посмотрим трейлер. Так, кушает сыр. Fumi Games представляет. Блин, ну это какой-то клёвый дум, чёрно-белое такое прикольное. Ля, и сюжет будет. Разные оружия. Мне лично напоминает Atomic Heart, не знаю кому как. Актуальные геймплейные футажи. Блин, мне нравится, не знаю. Я люблю такого типа игры. Газеты. Это, наверное, сюжет так будет подаваться. Круто то, что можно будет расстрелять всех этих диснеевских, так сказать, персонажей в этой замечательной игре. Блин, он просто стреляет из пальцев. Это супер. Для босс. Блин, хорошая игра. Надеюсь, она будет хардкорной. В 2025 году? Ну, такая вот неплохая игра. Мне, в принципе, геймплей понравился. Вроде это интересно. Побегать, пострелякать. Но лично меня удивила дата выхода. 2025 год. Я думал, игра уже готова к релизу. Ну ладно, поживем, увидим, что там в итоге получится у разработчиков. В целом, интересный нуарный шутер. Действительно в стиле Диснея 30-х годов. И мне такое очень нравится. Такие игры мне напоминают про старые добрые части мафии. Я даже увидел в этой игре нотки Atomic Heart, что не может не радовать. Это был Антивирус, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал за новыми видео. Пока-пока и дергайте меня за бока.